Солдаты радостно зашумели и сдвинулись теснее. Подполковник Теткин нахмурился и озабоченно полез с трибуны. «Я вам поставлю вопрос», — говорил солдат, почти касаясь черным ногтем носа Николая Ивановича. «Получил я из деревни письмо. Сдохла у меня дома коровенка. Как я безлошадный, и хозяйка моя с детьми пошла по миру просить у людей куски. Значит, теперь имеете вы право меня расстреливать за дезертирство, я вас спрашиваю. Если личное благополучие вам дороже свободы, предайте ее, как Иуда, и Россия вам бросит глаза. Вы недостойны быть солдатом революционной армии. Идите домой», — резко крикнул Николай Иванович. «Да вы на меня не кричите! Ты кто такой на нас кричать? Солдаты!» Николай Иванович поднялся на цыпочки. «Здесь происходит недоразумение. Первый завет революции, господа, это верность нашим союзникам. Свободная революционная русская армия со свежей силой должна обрушиться на злейшего врага свободы, на империалистическую Германию».